Иисус, луна нам светит ярко, обгоняю иномарку. Везу девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком. Я хочу сказать, что я просто в восторге от этого велосипеда. Он сам везет. Так мало того, что он в хорошем таком темпе везет, не очень быстро, как вот велосипед мужа. Он всегда там по-сумасшедшему вез меня, когда я пробовала на его велосипеде. Тут важно, что комфортная скорость и сидушка, как кресло. Эти шины широкие. Я даже мужу сказала, я говорю, походу этот велосипед для пенсионеров, потому что он настолько вот в нем сидишь безопасно и приятно. То есть это не такая узкая сидушка, а вот именно вот такая, да. И так едешь прям, релакс, все нравится. Сейчас мы поедем к морю. Я думаю, к океану, в смысле. Я думаю, может, еще какой-то маршрут муж придумал. Он же всегда мне сюрпризы преподносит. Ой, вообще классно. Всем привет, Кабо-Верде, остров Сал.